закатать надо. До колена все должно быть закатано. Сначала вперед. Ну что, где? Ну. Миша скажет сам. Ну и колет, да? На 4, 2 игры подряд. Без паузы. Все меньше матча остается в стартовом первом туре первенства Москвы по мини-футболу среди корпоративных команд в конференции. А и сейчас на площадке команды РТРС и Сбербанк Технологии. РТРС не первый сезон проводит в наших соревнованиях. В прошлом удалось даже войти в лидирующую тройку, но и сегодня показывают себя неплохо, несмотря на поражение с крупным счетом. От «Русал» 0-9, затем удалось переиграть «Метлайф» 3-1. Принципиальная победа над одним из основных соперников. Сбербанк Технологии проводят первый сезон в наших соревнованиях, поэтому будем знакомиться с этой командой. Пока показывают довольно активный футбол, много двигаются, но вот в обороне теряют своих оппонентов и пропускают первый мяч. Счет становится 1-0 в пользу РТРС. Пас вперед, вперед, пас. Очередной отбор РТРС в центре и снова теряют правый фланг. Чуть-чуть повнимательнее нужно защитникам работать. Ниже, ниже! И Сбербанку с Метлайфом еще сегодня предстоит встречаться. Такой пробный тур. Коля, Коля, давай, стрекни. Соперники, по-моему, очень удачные для первого выступления в наших соревнованиях. Сбербанк катает мяч, пытается почувствовать его покрытие соперников. Вот сейчас здорово в контратаку вышли. 1-1. Сравняли счет. Кажется, без лишнего труда и энергозатрат. Можно бить вратарь, ногами выносит мяч. Вот, Андрей, вот. Иди, иди, иди. Поторопился вратарь, Сбербанк страхования. Стоит напомнить, что две другие сберовские команды у нас играют в конференции «Премьер». Это команда Московского банка и Сбербанк Технологии. И обе команды очень здорово себя показывают. Так что Сбербанк страхования держит марку и стиль своих товарищей и коллег. Втроем против двух защитников. Сбербанк страхование идет и очень просто забивает второй мяч. 2-1 становится счет.
составе РТРС появляется два свежих футболиста. Юра, Юра! Вот он! Все футболисты у Сберстрахования молодые, быстроногие. И даже без скамейки запасных могут превзойти по физическим кондициям два состава РТРС. Юр Саныч, пора переодеваться. Не справятся они. Юра, не спеши, придержите этот мяч. Быстрее нужно вводить мяч в игру, но уложились в отведенные арбитром сроки. Три с половиной минуты до перерыва. Сережа, давай, давай, серый. Сережа, Сережа. Угловой РТРС. Двинься, середине. Дальнюю штангу. Сережа, двинься, двинься. Что ж, очень неплохо разыгран старт. Да. Стандарт, видно, что работали на тренировках. А тем временем скамейка у Сбербанка пополняется. Теперь уже три человека там находятся. Готовы выйти на поле и поддержать Сбербанк. Ну, свежие силы понадобятся во втором тайме уж точно. И будет совсем небольшой перерыв между матчами. А Сбербанк сегодня еще играет с Метлайфом. Удар от ворот. Хороший он получился перехват, смотрит сейчас оказавшийся на паркете игрок на арбитра, ну нет, против него правила не нарушали. Вернулись, вернулись! Мы его фотографии поставим. А ты замысл сейчас. Ой-ой-ой. Влад предлагает чувака, что. Справа! Второе касание вратаря. Мяч центр поля не пересекал. И свободный удар. Свободный с линии штрафной. Ну и что? Время не останавливается? Олег, я вам перезвонил через минут 40. Алло. Не идет прямой, не идет прямой. Так, 30 секунд до свистка на перерыв. Смотрим свободный удар в исполнении РТРС. Короткий пас, удар и, можно сказать, отбились сберовцы. Дает, дает. По
Контратака Сбербанка. Ну, все правильно задумал нападающий. Ну, до конца получилось жизнь воплотить. И перерыв сейчас. Вестка, ну, Сбербанк без особых проблем сначала счет сравнял, а затем и вышел вперед. Ну, еще было несколько моментов для того, чтобы свое преимущество увеличить. Ну, в целом, игру можно характеризовать как равную. Подойди к ним и спроси фамилии. Я сейчас проебу полматча. Так ты смотри на поле и туда. Три в четыре атакуют Сбербанк. Два человека, как правило, остаются страховать отскок и контратаку у Сбербанка. Вынос мяча. Сигнал играем. Назад, назад, назад. Еще идем, идем, идем. Удар сейчас коварный мяч вылетал из-под защитника, но вратарю удалось среагировать. Тяжеловато Сбербанку дается позиционная игра. Передачи не через центр пройти им крайне затруднительно. Проходит за счет скорости и индивидуальных действий. Фол не фиксируется. Хорош! Перед ставит. Перед ставит вот так. Не идет туда. Вот так вот ставит. Очередной отбор РТРС, и передача замысловатая получилась. И проходила. Но снова первым на мяче вратарь. Че тот? РТРС в последние минуты полторы-две усилили давление на ворота Сбербанка. То есть попал ли мяч в руку? Попасть, может быть, попал, но игры рукой не было. Удар по воротам сейчас не представляли особой опасности, но угловой совсем другая история могла получиться. Надвинули сберовцы ненадолго игру от своих ворот. Ну или просто РТРСовцы несколько подустали. Средний возраст у Сбербанка значительно меньше, чем у РТРС. Но с другой стороны опыт. Здесь преимущество РТРСа.
Удар от ворот. Бросок. Давай, папа! Бросок. О! Жаль! Бездны. Хорошая по замыслу передача, но опять не хватает, пожалуй, свежести игроку для того, чтобы резкий рывок совершить и мяча достигнуть. И 4 минуты еще нужно терпеть. И вратарю приходится РТРС все дальше выходить из ворот, поддерживать атаку. Мяч центр пересек, поэтому да, можно было делать передачу вратарю. Еще один удар, где мяч в сетке, но влетел он туда с внешней стороны. Серия ударов была в исполнении Избера, и здесь получилось, может быть, даже еще опаснее. Хорошо разыграна комбинация, но защитник тоже понимал, куда пойдет последний пас. Аут, пожалуйста, зеленый. Куда еще делал? Аут. Там два удара с ворота. Минута 40 до конца, и последняя минута будет чистой. Так что у ТРС время есть. Желание, очевидно, тоже есть. Остается только забить. Активный отбор у РТРС. Мяч коснулся защитника. Главой. Да, нападающий подталкивал соперника руками. Вернули! Последняя чистая минута уже пошла. Дорабатывай! Нам сейчас просто везения не хватило РТРС. Всем составам РТРС ворот соперника не хватает только голкипера. Сбербанку сейчас было достаточно просто подержать мяч на своей половине поля, но попытались пойти вперед. Горит! Горит! Мама! Жить!
это, возможно, последняя атака. Это был последний шанс, чтобы счет сравнять. Вини, Миш, 6 секунд, Миш, подержи. Давай, 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 быстрее. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. А что тут трех? Звучит свисток. 2-1.